Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про Керри Блютерьера. Выведенная в графстве Керри в Ирландии в 19 веке, порода Керри Блютерьер изначально была предназначена для пастушьей и сторожевой работы. Однако за несколько столетий отношение к этим собакам изменилось. Они сохранили свои прекрасные рабочие качества, но при этом стали рассматриваться и в другом виде, как прекрасные собаки для домашнего содержания. Собака Керри Блютерьер, вот, это собака, которая не линяет, не вызывает аллергии, вот, очень приятная в общении. Безумное количество мозгов на единицу площади. Вот. И в первый мир, добрый мир. То есть она хорошо дрессируется. ОКД вот у этой собачки лично. Вот. Agility, ринговая подготовка. На все, так сказать, находится собачка. Собака, несмотря на то, что вроде такая мимичная внешность и вся из себя мягкая и пушистая, на самом деле это, в принципе, рабочий терьер, который может работать как по зверю, так и в поисково-спасательной службе. Зубы, вот могу показать, что зубы не мимичные. Керри Блютерьер имеет компактное тело средних размеров. Рост в холке у представителей породы обычно составляет от 44,5 до 49,5 см, а вес, как правило, колеблется от 15 до 18 кг. Отличительные черты внешности этих собак – квадратная голова и серо-голубой окрас, который приобретают эти животные во взрослом возрасте после того, как рождаются абсолютно черными. Керри Блютерьеров отличает высокий интеллект и смелость. При правильном воспитании и дрессировке с самого детства эти животные становятся очень послушными любимцами. Представители породы отлично ладят с детьми. Живут с кошками, с птичками. У меня просто нет. У меня жила с крысой, но крыс у нас был в клетке. Потому что все-таки это охотник. Детьми это шикарно. У меня первая собака из дочки, дочка, вернее, из нее узлы вязала. Поэтому я все время говорила, если бы я была собака, я бы тебя съел бы за 5 минут. Она терпела во всех играх. И так же. Матери хорошие, в принципе, щенков воспитывают нормально. Их не бросают. Вот, потому что сейчас в некоторых породах уже собаки не выкармливаются щенков. Это все хорошо. Синки все есть. И, конечно, счастье для терьера, когда все дома. То есть, если все расходятся, она пытается их согнать всех в кучу. Чтобы все были в одном месте. Так лучше бдить. Керри Блютерьеры – очень активные собаки, и первое, что обязательно нужно учитывать при уходе за ними – это ежедневные физические нагрузки. Второе, на что стоит обращать внимание – это состояние глаз, ушей и зубов. Их необходимо периодически осматривать и чистить. Ну и, конечно, нельзя забывать о шерсти животного. Собачка не линяет, поэтому ее надо регулярно стричь. Стригут к выставкам, стригут в межсезонье, стригут домашние стрижки, все разные варианты. Средняя продолжительность жизни собак породы Керри Блютерьер составляет от 12 до 15 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!